Большой выбор свежих и недорогих продуктов был сегодня у алматинцев. В мегаполисе прошла ярмарка. 200 тонн продукции привезли аграрии из Жамбылской области. Особым спросом пользовались мясные и молочные продукты, которыми славится соседний регион. Несмотря на то, что продовольственный караван максимально загрузили, алматинцы снова удивили гостей и раскупили все буквально за несколько часов. На ярмарке была Ирки Ремек. С самого раннего утра, несмотря на проливной дождь, на площади Астана сотни горожан с зонтами и пакетами. Сразу с началом ярмарки развернулась оживленная торговля. Горожане знают толк в натуральных продуктах. Тем более сельчане Жамбылской области привезли свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные изделия по цене на 20% ниже рыночной. Например, вот мясо по 1400 тенге за килограмм. Многие горожане такие ярмарки не пропускают. Айтуар Киримбай тоже постоянный посетитель. Каждое воскресенье, субботу приходим и покупаем здесь сельские продукты. Они очень калорийные, они очень вкусные. И картошка, лук, там, мясо, все это нас устраивает. На прошлой неделе, по-моему, искаменский мед был. Это очень вкусно было и дешево. С ассортиментом продуктов ознакомился и аким города Ахмеджан Исимов. Продуктов здесь на 100 миллионов тенге. Это 40 тонн мяса, 13 тонн молочных и 135 тонн колбасных изделий. Агробизнес 2020 бағдарламасы қабылданған. У нас в стране работает программа «Агробизнес 2020». Мы заключаем меморандумы с различными областями. По сравнению с прошлым годом урожай намного лучше, и мяса мы привезли больше. Всего за несколько часов привезенные запасы стали заканчиваться, но гости из Курдая, Чу и Мирке обещают приехать в Алматы снова и привезти еще больше продукции. Айыркы Ирмек, Асет Кундакпаев, телеканал «Алматы».